У актрисы театра драмы Виолетты Шулаковой знаменательный день. Она служит в театре 11 лет и уже получила первую профессиональную награду. Дебютная премия в конкурсе «Самарская театральная муза». Номинация «Лучшая женская роль молодой актрисы». Победу принесла роль Лизы в спектакле «Дети солнца» по пьесе Горького. Волнительно, очень волнительно, правда. Я прям такие эмоции сейчас меня переполняют. Это моя первая, на самом деле, награда, моя первая премия. Поэтому я даже немножко растерялась, но это, безусловно, очень приятно. Это вдохновляет, и когда оценивают твой труд, это всегда очень здорово. «Самарская театральная муза» – ежегодный конкурс профессиональных театров региона. Его участники – оперные певцы, артисты балета, актеры драматических и кукольных театров. Член жюри Елена Лазарева признается, в этом году темы спектаклей как никогда актуальны. Пандемия, человек и толпа, как оставаться человеком в непростой ситуации. Всегда появляются какие-то неожиданные, яркие работы, и всегда членам жюри очень трудно сделать свой выбор и понять, кто сегодня победит. Работы, которые были предъявлены театрами Самарской области, были просто на очень высоком профессиональном уровне. Это несмотря ни на что, именно наша с вами миссия создавать будущее нашего страны, будущее человеческое, какое-то отношение к тому, что иногда происходят и серьезные сложные моменты. Конкурс проводился в течение нескольких месяцев в 11 номинациях. Победители определялись путем тайного голосования. Они получили дипломы, статуэтки и денежные премии. Полина Чулюкова, Григорий Плешаков. События.